сад, но вовсе не для огородных хлопот. Сегодня мы ищем новый стиль для цветущей дамы 57 лет. Фармацевт на пенсии при этом не сидит на месте и находит тысячу нескучных дел и увлечений, которые давно откладывала из-за работы и воспитания двоих любимых детей. Меня сейчас тянет в творчество. Когда-то в детстве я рисовала, теперь я об этом вспомнила. Начала рисовать, посещаю эти мастер-классы по рисованию. Начала, значит, шить и мастерить игрушки. Много гуляю, много хожу, пешком много хожу. Люблю посещать филармонию, эти все концерты, везде оркестр, особенно «Золотая труба», провощать его в восторге. В строгой одежде наша культурная гулёна предпочитает легкие светлые наряды из натуральных материалов. Наш стилист попробует подобрать ей несколько женственных и кокетливых комплектов, в которых можно и на ретро-вечеринку, и в театр, и просто побаловать свое отражение в зеркале. А пока у нас есть работа в салоне красоты. Фаина немного переживает, что зря отращивала волосы, но мы уверены, что свежий имидж ей понравится. Нашей героине не хватало цвета, и мы сделали ее волосы более натуральными, немного с теплым оттенком, чтобы подчеркнуть ее зеленые глаза. А стрижку мы выбрали каре и добавили в каре немного динамики для более игривого, молодого и интересного образа. Лифтинг-макияж скоро будет готов, и можно приступать к примерке. Открывает наш показ сочный броский комплект с лимонной блузой и модной клеткой. Я, конечно, в полном восторге от прически. Я просто не ожидала, что вот этот цвет, вот эта форма, прическа, это для меня. Это вот то, что подходит мне. Я вот практически не ношу брючные костюмы. Не знаю почему, как-то вот все привыкла. Юбки, платье, все вот такое вот. Тут такой костюм сидит идеально по фигуре вообще. Ткань какая приятная, мяконькая. Кстати, все образы, которые мы предложили Фаине сегодня, от российских модельеров. Кажется, она превращается в шикарную кинозвезду. Наши дизайнеры стараются отшивать одежду, которая яркая, для динамичных людей. Поэтому я думаю, что нашей героине должны эти комплекты понравиться. Один из комплектов – это кюлоты с топом, очень яркого красного оттенка, которые мы будем носить с удлиненным жакетом. Я сегодня чувствую в этом образе себя просто царицей. Прекрасный комплект, конечно, вот подобран так. Тренч, пилоты. Тоже никогда не носила. Для меня все это новинка. Все так красиво, нарядно, комфортно. Хоть в театр, хоть на концерт, просто погулять. Фигура у нашей героини очень красивая и складная, поэтому все ее достоинства будут обязательно подчеркнуты. Шелк, нежность, голливудский флер и новые приключения впереди. Хороший пример преображений заразителен, так что решайтесь на перемены вместе с нашей командой. Ждем ваших заявок в группе ВК и нашем фотоальбоме «Что-то новенькое».